В Надвоицах готовят к запуску новый дата-центр. Он разместится в корпусах бывшего алюминиевого завода и других сооружениях площадью 86 тысяч квадратных метров. Такое высокотехнологичное предприятие – это целое здание для хранения и обработки данных, снабженное серверным и сетевым оборудованием. В проект привлечены инвестиции в размере 520 миллионов рублей. Как сообщил учредитель дата-центра Алексей Королев, объект находится в стадии высокой готовности. Старт работ физически мы планируем на начало ноября, то есть буквально там через пару недель. И первая поставка коммерческого оборудования наших клиентов, она должна быть выполнена до 20-25 ноября. То есть, соответственно, до Нового года мы вводим в эксплуатацию, подписываем акты приема в эксплуатацию. Общая мощность предприятия составит 64,5 мегаватт. Сейчас там трудится 120 человек. Это жители Сегежи и Надвоиц. Они прошли обучение по стандартам обслуживания центров обработки данных. После ввода мощностей в эксплуатацию численность работников планируется сохранить. Учредитель дата-центра является резидентом территории опережающего развития в Надвоицах и прилагает все усилия, чтобы войти в арктическую зону.